фольклорного ансамбля «Воля». Вот с таким мероприятием, которое со своими ансамблями приезжает с города Воронежа и с нашей Воронежской области. Сегодня здесь присутствует и ансамбль даже из Белгородской области и Липецкой области. Это все вокруг нее вот находят люди такие красивые. Они любят народные песни наши русские и старинные песни, и прославляют нашу Русь, Русь великую, могучую. Хочу, давайте поприветствуем ее, поблагодарим за то, что он несет эти традиции в нашей Воронежской области. Дорогие друзья, огромное спасибо и вам, Владимир Васильевич, что 18 лет назад вы согласились принять этот праздник. И всем организаторам, всему отделу культуры огромная за это благодарность. Выросли целые поколения детей, которые будут потом рассказывать. Я еще был вот такой маленький, а помню, как собирались у нас у реки люди в костюмах, как они пели песни, водили хороводы, жарили яичницу. Действительно, это все традиционные старинные обычаи. Как они приходили в храм, пели там песнопения. Вот я думаю, что Новоусманская земля, как и вся Воронежская, должна гордиться таким красивым праздником.